Сегодня игра складывалась удачно для вас, все ли получалось, компоненты? Ну, получалось не все, передачи не доходили, куда требовалось. А так, в принципе, ну, результат положительный, но есть куда прибавлять. Ну, соперник доставил какие-то неудобства? Ну, физически крепкий, в принципе, соперник, но думали, будет поинтереснее матч, на самом деле. Ожидали более техничной игры. И это у вас уже третья победа, то есть вы ждете достойных соперников? Ну, конечно. Много не получалось именно в атаке. В обороне сыграли относительно неплохо. Пытались не давать команде прорываться вперед. Желтые получали вот эту линию. Думаете, какие-то линии укреплять? В принципе, хотели бы центральную линию. У нас через центр много проходили. У нас много катали в центре. А так, по флангам у нас постоянно первый тайм, особенно на протяжении первого тайма, свободный фланг был у нас, игра была неплохая. Но отличились только во втором. Ну, достойно сыграли, молодцы. Поздравляю. Спасибо большое. Победу. Будем набирать очки и пытаться.